могут. Еще быстрее будет. А Маша как? Ты Уля, что там, да? Ой, Уля. Да-да? Ладно, потом. Ты бы встала, подвинула. Вот, молотого перца. Давай. Молотого перца. Давай, спонсор, подготавливай нас. Нет, вы видели такую дружную команду? Ну, такая, не будет дружбы, ничего не будет. Я считаю, что мужчина на кухне – это очень красиво. А когда много мужчин... Так еще с разных стран. Да, еще и с разных стран. Кстати, у нас сегодня английская кухня. С утра, с самого? С самого утра. Яичница с беконом. Представляю вам Валентинаса из Англии. Привет, привет, привет всем. Привет всем. Посмотрим, что он тут творит. Ух, да, и... приправочку, которую купили сегодня. Нет, в субботу мы купили ее. Вчера, например, у нас была... Салон корейский. Вчера у нас, например, была итальянская кухня. Алексей. Все, кольца. Шеф-повар Италия Рим. Просто в кольца. Здесь у нас справа по курсу Испания. Испанская нарезка хлеба идет. Испанская нарезка хлеба. Чем мне чем помочь, чем я делал? Так, кстати. А, еще да, мюзик еще есть, да? Казань, там тоже очень вкусно готовят. Я надеюсь, Татарстан послезавтра будет. Правильно режем, мы что пунктка обязательно? Зачем далеко ходить? Завтра. Урал! Опорный край державы. Нажарить картошки точно. С луком. И с яичницей. И с яичницей. Картошки с луком. Коллективу английскую кухню. Вот так вот. Присоединяйтесь к нам. Да, вот только турчанки от нас убежали. Скоро и турчанки подойдут. Может, их тоже дернуть сюда? Сейчас обязательно. Ну, а с вами была Ольга Зырянова. Всем привет с Турции.